Новости культуры. На 4 дня Курск вновь станет столицей мирового джаза. 20 октября, 2, 3 и 4 ноября наш город посетит международный фестиваль «Джазовая провинция». В этом году он уже 17-й. Курских слушателей ждет феерия музыки и танца. О программе фестиваля журналистам рассказали идейный вдохновитель и главный организатор Леонид Винскевич и председатель областного комитета по культуре Валерий Рудской. Имена, голоса, ритмы, танцы – сливки мирового джаза на курской сцене. Более полусотни признанных мастеров из 9 стран мира. Каждый фестивальный вечер – совершенно иная музыка. Куряне услышат и увидят весь срез современного джаза и американской классики. В областной филармонии, драматическом театре выступят и уже полюбившиеся курскому зрителю артисты. Вокалистка Ив Корнелиус, биг-бенд Георгия Гороняна, Леонид и Николай Вицкевичи, хедлайнеры фестиваля, легенды, обладатели Грэмми и других престижных наград. Многих впервые услышат не только в Курске, но и в России. Это Майя Азусена со своим квартетом будет. И то, что она редкой красоты, редкого голоса, редкого таланта. Факт, но она успела получить много разных премий. Начиная от музыки, которая близка к этномузыке, кончая поп-музыкой, джазовой музыкой. Еще один этнопроект – сюрприз для почитателей исконно курских мотивов. Объединит джазовых исполнителей и ансамбль «Роста Несуджи». Организаторы обещают массу приятных неожиданностей. В целом, нынешний фестиваль посвящен 90-летию джаза в России. Этот масштабный форум проходит при поддержке администрации региона. Смело, Леонид Владиславович, да, можно говорить о том, что генеральным спонсором курской части фестиваля является государство, что мне очень нравится. Здорово, что у нас это финансирование не просто сохраняется, но я напомню, оно заложено в программу «Культура Курской области», причем с поэтапным, с ежегодным повышением, увеличением суммы. Курян ждут и традиционные мастер-классы, информацию о них, а также о фестивале можно узнать на официальном сайте джазовой провинции jazzprovince.ru.